50 рублей за литр бензина – это уже не сказка. Это недалекая российская действительность, уверены экономисты. Цены на заправках за 10 минувших месяцев выросли на четверть. Продолжение, как говорится, следует. По сравнению с летом, это где-то процентов на 10-15 дороже. Как вы думаете, кто виноват в этом? Наше правительство, которое заботится о нас и не перестает радовать. 50 рублей за литр. Думаю, это вообще грабеж какой-то. То есть бела дня. За последние несколько недель цена на нефть резко упала, но вот бензин продолжает дорожать. Почему? Объясню, что называется, на пальцах. Только 5% стоимости литра бензина – это затраты на производство. Еще четверть – это прибыль нефтяников и услуги транспортировки. Все остальное – это налоги. Акциз и налог на добычу полезных ископаемых. Как раз его депутаты Государственной Думы и увеличили. Решение народных избранников прозвали налоговым маневром. Этот шаг может привести к падению доходов производителей топлива. Терять прибыль они явно не готовы, поэтому единственный выход – повысить цены. Доктор экономических наук Ольга Кириллова уверена, вряд ли россияне затянут пояса и перестанут ездить на автомобилях. Любое повышение цен влечет за собой определенные социальные последствия. Ну, для регионов, может быть, для не таких крупных, как Москва, Санкт-Петербург, пересесть на общественный транспорт не всегда может быть удобно. Прокатиться на автобусе в следующем году кому-то может стать не по карману. Вслед за ценами на топливо могут увеличить и стоимость проезда в общественном транспорте. Для большей части населения города и области это действительно будет катастрофа, которая, в принципе, повлечет за собой развал и транспортного комплекса города и области, а также и значительные финансовые потери. В этой ситуации экономисты нашли единственный плюс. Налоги от продажи бензина пойдут в дорожный фонд регионов. На эти деньги планируют ремонтировать покрытие. Роман Гальперин, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.